Добрый день, дорогие подписчики и зрители моего канала! Сегодня мы с вами будем готовить подчеревок. Вот такой вот у нас подчеревочек. Приправки. Сейчас я буду делать, которыми буду обмазывать этот подчеревок. И деко, и рукав будем готовить в духовочке. Сейчас я подчеревочек буду обтирать специями. Для этого я сделаю смесь специй. У меня есть своя приправка, но этот раз я хочу использовать только вот сушеный чесночок. Беру так вот столовую ложечку. Очень ароматный, вкусный. Вы можете чесноком просто нашпиговать свой подчеревок. Можете еще с морковкой нашпиговать. Но этот раз я хочу вам показать именно этот рецепт. А так, вообще фантазия, креативность. И вы можете использовать все, что у вас есть. Или все приправы, которые вы захотите использовать. Черный перец. Его мы немножко меньше возьмем. И паприка. Я тоже ее делаю сама. Есть у меня видео на канале. Тоже возьмем ее так щедро. Перемешиваем все эти специи. Вот так. Очень ароматно получилось. Чесночок. Пахнет хорошо. И берем и так щедро обмазываем наш подчеревочек. Такой красивый. Шкуру я сняла. Еще кусочек мяса у нас в стороне. Но мы его так приложим. Будет у нас такой вкусный, ароматный подчеревок. Такое блюдо, что не отказывается никто. Очень вкусно, ароматно. Хорошо мы натираем. И мы ставим наш подчеревочек в приправах, очень ароматный. Даже сейчас мы ставим в духовочку на час при температуре 170 градусов. Подчеревочек получился. Сейчас мы его будем вытягивать. Мягкий, сочный и очень вкусный. Подчеревочек у нас в духовочке получился. Приятного аппетита! А с вами была Люся. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До новых встреч!